Василий Голубев распорядился выделить Новошахтинскую из резервного фонда области свыше 26 миллионов рублей. Ассигнования нужны, чтобы снести 24 ветхих многоквартирных дома. Еще почти 2,7 миллионов на эти цели в рамках софинансирования добавят из бюджета города. Это уже второй транш областной поддержки Горняцкому городу. Ранее Новошахтинску направили 33 миллиона рублей на такие же цели. На этот раз будут снесены непригодные для проживания и уже расселенные многоэтажки по улицам Рабочей Крестьянской, Нахимова, Батурина и Карла Маркса.